Мы приехали на территорию отеля Le Méridien Bodrum. Снимаем панорамный вид с ресепшн. Какие здесь чудесные виды. Но эти виды чреваты тем, что придется ходить. Это именно вид с ресепшн. Пляж в отеле в бухточке. Песочек. Видовой очень красивый. Рядом с отелем нет ничего. Лобби отеля Le Méridien. Немноголюдно. Дорогие зрители, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить лайки. Нам это очень важно. Просто волнорезы. При входе шкаф у нас. Так выглядит санузел. Все номера в отеле с видом на море. Вообще в отеле все, даже общественные помещения, они все с видом на море исключительно. Смотрим пул виллу в отеле Le Méridien. Все с панорамными окнами. Дюплекс, то есть два этажа, четыре спальни плюс одна гостиная с кухней вместе. Два этажа. Ну, здесь как бы на 6 человек, но 8 будет дополнительно кровать. Максимальное размещение. 6 взрослых. И еще 2 доп. Места. Полноценная большая кухня. Укомплектованная. Еще один сингл номер с своей ванной комнатой. Еще одно. Смотрим резиденцию. 2 спальни плюс 1 гостиная. Такая уже спальня с своим санузлом. Еще одна спальня. Чуть прокатимся по территории отеля Le Méridien. Вот на таких зеленых багги катают по территории. Территория достаточно большая, горку с горки. Основные номера расположены в основном здании, где ресепшн, видовые. Вот здесь мы как раз видим основное здание. Thank you.
здесь также расположена резиденция, которые продаются как недвижимость, их можно покупать.